Давайте поаплодируем, ребята. Я с вами, дорогие, куда вы, туда и я. И наоборот, куда я пойду, и вы со мной. У меня болит душа за нашу, за Россию, от преступников. Я открыто скажу, я не побоюсь это слово. Так жить нельзя, издеваться над народом. Речь идет о том, коррупция, воровство. Путин, он недостоин. Кто его выбирал, я не знаю. Это Чуркин считал, его наградили, Медведев, Чуркина, всех там этих Чуркинов, Нургалиева наградили. Это нельзя так быть, они живут на наши деньги, на народ плохо живет, народ вышел сказать свое слово. Слово этому надо прислушиваться народа, а народ на народа не клюют. Нельзя так жить. Дети, внуки, все остальные, объединяйтесь. Другого пути нет. Только так можно добиться, чтобы они услышали, что народ – это народ, а не быдло. Простите, такое слово, вот как я уже слово сказала. Вот в этом плане я не могу быть в стороне. В этом плане я пришла сюда. Я обращалась сегодня к полковникам, которые дубасили. Я 3 дня вот наблюдаю, хожу. А сегодня вышел, думаю, я до конца. Я последний уйду отсюда, когда все пойдут домой. И я пойду домой. Я обратилась к одному полковнику милиции. Я говорю, товарищ полковник, завтра у генерала будете за то, что дубинками столько вы докладывать будете. ОМОНовцы там тоже не все люди, такие сидели. Есть люди и хорошие, но их заставляют идти, они и идут. Я с ними тоже разговаривала. Я говорю, дети, вот так, они бабушки, там вот нас тоже бьют, вот это. Я говорю, провокацию только вы можете устроить. Народ идет сюда с честными намерениями. Вот я так много высказала. Я с вами, мои дорогие. Я не уйду отсюда сегодня. Вот мне, я инвалид первой группы. Спасибо мне вам. Спасибо, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Стоит, поэтому ну вы лучше, что? Мы очень рады, что вам пришли. Я готова. Но... Нет, вот это нам не надо. Нам, не надо. Нам таких жертв не надо. Я вас очень прошу, у вас праздник сегодня. Вы идите домой, пожалуйста. Сейчас здесь просто опасно.